как Старги, тогда другой будет. Хочу бафать каски, я бафаю кулаки. Пикните на сумму. МП5 это такой уже баф, который вообще, по-моему, бессмысленен для нашего лейта. Вы вообще заметили, как вы играете вообще охуенно? Кто? Ну, когда уже сейчас все оделись. Вот раньше, помнишь, когда сюда только пришли, вот за С, ОКО, вот это, пиздец, ходили травить часами нахуй. Сейчас проходим, час-полтора, все. Как, блядь, кару какую-то обычку. Только не сегодня. Да, сегодня не в счет. Не, так вообще. Это просто пианиста, нет. Просто смотрите, вот замечайте, что у вас рейд уже такой становится, что вы как бы некоторыми вещами можете пренебрегать. В этом каждый раз убеждаюсь, когда нет пианиста, всегда дичь происходит. У вас уже как бы, вот сегодня помнишь, вот первый босс, которого рыбачит, как его назову, этот, глубин там, искатель, кто он там. Вообще убили, ебать, он даже второй раз никого не призвал, его за первый раз убили. Я вот первый раз такое вижу. Уже все одеты, охуенный ДПС. Боссы заливаются прям вообще, прям на раз. Монстр зеленый здесь. Пойдемте трэш чистить. Еще минуту курим, подожди пока. Да, много стало очень. Вот этого босса с мурлыком, его либо что-то с ним сделали, либо почему-то у нас такие проблемы на нем стали появляться. Да клык, по-моему, не у всех танков, да, еще есть, которые танчат постоянно. Делай чек на готовность, присутствие. У нас уже меньше часа осталось. Идем бить трэш, ребят, все идем бить трэш. Рога не разминировал, да?
Да, блин, я находился хуй знает где. Вы же не думаете, что у меня есть телепорт? У тебя есть телепорт. Качай спидхак. Пипец, в чем проблема? Почему мне так сильно лагает? Может, у тебя что-то греется? Иди разминируй дальше. Рот, свидюха. Да нет, я смотрю, все в принципе, ну, нормально по градусу. Просто не отводи дальше трэш, из комбата выйду, мне ваниш поеду. Проверю. Оперативка загружена. Вообще ничего не загружено. Типа, температура 50 градусов. Это нормально вообще. Значит, интернет говно. Тоже думаю, что этот провайдер походу шалить начал. Так, в принципе, во всех играх. Поставь группу, вот мы пораспиляем шмот. Справа снял, слева еще стоит. По левой стороне вообще не идите, она очень близко. Смертные. Ставлю рыбу. Закончится, так и не начавшись. Никто. Нямк справа. В обитель господина. Один такой скромный вопрос, осколки кто собирает? Локи собрал? Локи уже как позапрошлом КД вроде как собрал. У меня 7. Значит, япончик иначе не будет. На той неделе на скобат. Пианист? 2 минуты, подожди, захожу. Окей. Кто из варов хочет туда? За инст? Я бы... Если нужно место, я могу уступить в ДК. Я мог бы.
бы и погулять. Куда место? И это Абхилас пикнуть, пока тут в сову. Место в Долоране посидеть. Талант у тебя, конечно, капец какие странные, Молдозар. Ну иди тогда, Ауди. Поставьте, пожалуйста, порт. Стоит вон портал. Потом позовите, только не забудьте. Куда? Куда тебя позвать? А вы только чистить, да, пойдете дальше? Ну, один квартал. Ну, тогда вообще, наверное, вам нахер не нужен, правильно? Ага. Пойду РБК потравлю. Ну, тебе же ГП не нужно. А зачем? Да... Фианист, ну, ты мне начислишь там ГП, если я ливну? Но все равно не нужен. Ну че я буду в грузу хранять? Есть такая фигня, если у него есть друзья, ГП, ГП, стендбай называется. Прописываешь команду, уходишь с рейда и лутаешь ЕП, даже не в рейде. Ага, только у нас начисляет ЕП Миша, а он АФК, может он смог начислить. Короче, я подожду, для меня это сложно, это для меня это сложная комбинация, невыполнима. Короче, я хорошо, я буду иметь в виду. Ну как бы ничего страшного же, да, ребят, правильно, если что, всегда на связи. Да иди уже. Если что, позовете, потянуть. Из дискорда не выходит. Сейчас, секунду, фаску куля. Кто там с танков? Войд? И ты. Ой, блин, я забыла голову зачарить. Ну все, ГП. Ни сакетов, ничего. Речи. Перчатки. На штанах не топовая чарка, да это топовая 70. Чё мы ждем? Пианиста мы ждем. Нужен первый босс или что? Ему осколки нужны. И сколько нам еще ждать тебя, Лех? Как только, так сразу. У меня это реги на лапку закончились. Если что.
Гриб зашел в Вов. Спустя месяц. Кстати, загрузка на половине стала, я не грузю дальше. Что за херь? Ну, у нас Пухан вылетел еще. А он пишет дис. Что? Че, ауди назад? Его свет вырубили. Написано. А ну у нас Рагансон есть. Давай, ну. Старый зашел в игру. Че так? Босса бить бы еще. Что за херь? Нажал сумон, меня вдало рану. Еще раз. Кто-то лишний в инсте видишь? А, у нас Пухан еще не вылетел, у него свет выбило, но он еще типа... Так кик не уж, чтобы он вылетал. Скажешь, когда вылетит? Через минуту. Что, выйдут сотки? Все, Пухан пропал вроде как. Да, все, он вышел. Дайте бафы по ДК и паладинам. Лапку, пристабаф. Инту. ДК сейчас ноги сотрет, смотри. Всем ку. Здорово, старый. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Значит, в мою сторону повернешь, так чтобы я был тобой в одну. Пока прогружают сексты. У всех Никитос в воздухе висеть остался. Да. Вы разбейте. Слева.
шипы сзади разбейте, РД. Кирс вернулся. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Ой. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ценность, чем раньше починили, что ли? Выберите иной путь. Ебать. Смотри на моба. Ты чё с ним? Бля, не шарите, да? Только если этому первому. Типа, уешь от меньше? Ой, ебать. Наверное, раньше всё так и было, да? Да хуй его знает, последний нахуй наебал. Нет, это походу этот. Как правило, это не изменилось, подошел, пизды получил. Чудес не бывает. Так это и правильно работало, что подошел, пизды получил. Видите, Розалина подошел, пизды получил. Все на месте. Я даже не подходил, там моба влипнули и все. Он в полете мне и шотнул. Че группу лут бы поставите? Я думал, я больше всех урона получил на луз. Там под лучше будет. Великий ученик, обейте. Thank you.
Пианист, я в Иванке в первую ячейку скинул. Одна япончика, вторая кого? Я не запомнил. Тимыч. Да, одна мне, одна Тимычу. Красавчик. Не, они тряпки, просто по ним бьется. Вот все. Че, провокатор нам всегда надо улетел. Провокатор, ты здесь? Не, его нету здесь. Он вылетел. Он говорил же, у него не отлагает. Он написал, что у него, ну, из груди. Тоже иногда отрубили, как и у Пухана. Классно. Хуй знает, у меня его еще. Ну, у меня сегодня последний день оплаченного интернета. Давайте, я предупредил. Надо за соседний аул ехать, вот. Нет. Пианист, я танка. Надо просто баб. Ты в танка, япончику ДЦ. Сапрот обязательно наледи еще или нет? Хочешь жить, умей крутить. Да или нет? Хочешь жить? Сдохнешь от взрыва духа, начись. Окей. Шкаф. Либо сдохни. А тут танки обязательно заплатят, у меня закончились. Танки обязательно. Тебе не обязательно. Спасибо. Ну трэш. Плохи. Босс. Этот. Твой милика. Пародей ты слева. Бьёшь. Имея танчик слева, рога тоже слева. Это Тимыч. Дальше. Дазар. Китос. Справа. Враска. Вы все с правой стороны. Вот с правой стороны трэш. Заднего я сам. Не слева. На ласт фазе. Я первый заберу, ты второй, Войд. Совы контроль, локи контроль. Да хуя всех, есть кому какие контроли раздавать. Даю проверку. 20 секунд, Гера. Сразу напоминаю, словили духа, это 250. Словили два духа, это уже 3 духа, это 1000. Аддон включен на отслеживание. Это первый нюанс. Второй нюанс. Если где-то кто-то кого-то не контролит, получают все РДД-классы, которые могут контролить. Все, поехали. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Стороны противника. Контроль. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего Спел. Господина. Кота.
Контроль, дайте корни. Что ты бегаешь от него, корни, блядь, такие. Двадцать процентов. Бафните лапу. Переключили себя по трэшу. После контроля переводим мы. Вот, вот. Дали контроль. Переводите, босс. Заспайте. Загроз топали. Босс на войде, на меня, значит, пол. В мили-зоне ты ссоришься только мы с войдом. Все мили-ки заняты трэшем. Да заебал! Контрольте людей. Руку делайте. Surprise, motherfucker! Нямк. Стоите. Меня больше не пугайте. Смотрите за Грона больше. Surprise, motherfucker! Дольше мили зону. Беги. Ты не в сил противиться моей. Секунду. Локи контроль. Да усади. Не спать. Меня больше. Локи. Страш потом против слил. Что делает флот и рога под босса? Показал, блять, мы не хотели. Знаем, поднимешь лод. Даю контроль. Силовой до пульте. Блоки в текстовых. Контроль, после контроля. Это босс. Вот это после контроля. Убирай дрочил. Ты не в сил. Противиться моей воле. Жарк. Вы осознали бессмысленность своих действий. Сюрприз, мадафакер. На прошлой неделе нельзя было так сделать. Вот из КГП там.
Чё, Миш? Надо спулить босс. Ну там бес ударил, придется бить тот трек, иначе комбат будет. Кто-то говорил пулять трэш? Ну, значит, никому лут не нужен, правильно? Позицию. Пускай. Катимыч. Мы будем ждать его. 24 человека, будем ждать одного. Все равно в инсте находит. Сегодня мы будем биться с смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, слетаем. А куста же не было, да, на входе? Он, скорее всего, либо на чем-то, либо опять на седло. Кровь есть. Гэс, он сейчас так прилагал. Зонтик меня, блядь, по полцелка протащил только снизу. Все милики на этом корабле трэш-бьёте. Все РДД туда. За исключением тех, кто... Там уже трэш бежит, чего никто не агрит. А ты же... Трэш бьёт по 500 единиц. Ну, аж даже не есть 30 раз. Вот, прыгнул, все прыгнут. Да, блядь.
что ли делать? Сносители. Где нуждаем слот? Ют. Аркан майни тут суйте. Без брусты. На каждого мало. Даете брусты. Чё у нас давайте. Второй пушки никого нет? Все те, кто во вторую. Она забагана. Вагоны. Мага, быстро. Стык от каждого мага делается. Мага. Мартирщики, как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Мартирщики, ружейники, огонь! Сколько тут максимум держали стаков примерно? 70. 70? Ружейники, огонь! Да, нормально 70. Можно и до 100 добить. Саша, до сама статья. Ну, это скажешь, если что, зубы дам. Фрэнк, да немного меньше бьет, чем Бобич. Войт, не хочешь ПДДшить? Вы прошли корабли? Мы сейчас на корабля. Можно. Рибут? Ну что-то зависло, да, все? Угу. Хуй знает, я все время подвисаю, мне надо. Да, в Долоране нормально. Хочу ворваться в этот топ-1. На орке, да? Пухан, тебе до сих пор свет не дали? Лёха! Что? Можно на Саруфа потестить? Я могу поменяться. Я чисто Саруфа потещу, чё намутил Шама, и всё, и выйду. Вместо Драгона зайду. Ага, я здесь на готове. Пухан, плаща все равно нет. Дамаг проверить хочу. То он колечко РДДшно упал. Заходи. Все, я в рейде, плюс умонч. Я вообще посмеялся.
Там Тимбыч спрашивает, за что ему ГП назначил. Шею разум. Он на оффроу. Посмотри шею. Винкани Тимбыч шею. А, метка, сила. А. Она вообще ни коту, ни мишки не нит. Мишке тоже нахер не нужна. Честно, Никитос. Запускать? Сейчас вы старого присмотрите. Я все, я здесь. Готов. Бафов побольше дайте, пожалуйста. Пристабов. Выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Дать только что. Присоединись ко мне, отец. Все здесь, я готов. Где надо было в саму спекнуться. Какой кошмар. Так же в центре тащится будет, да? Или в чем? Что? Кто в танках? Я. А вот. Не знаю. Чё, в ДД что ли надо спрятаться? Ладно, я пойду покурю. Как. Вы в центре будете танчить? Да давайте где стоит потанчим. Вы определитесь, скажите. Войт, иди сюда. Поводите его по всей комнате, чтобы... Заебись, пошел потестить, блядь. Где-то что-то на месте стоит. Такое ощущение, будто ты нулик, блядь, тестить. Назар, мы ходим через ЕПГП от мастер. Посмотри в дискорде в аддонах, скачай себе, и у тебя будет иконка появляться. Что-то первый там мейн спек. Ну ладно, там какой-то, да. А то есть я без аддона сейчас ничего ролить не могу, да, получается? Ты ничего не видишь. Ты... Там в правилах написано. Ты ничего не видишь. Скините матер. Там же есть вроде, не? Полезный аддон. То ниже 20 по 1000 каждом. Ладно, сделаем проще, пониже старика. Старый, иди покури. Это же, наверное, бопа. Лучше диван сразу. Тут как бы трэш на хилах уже, блядь. Рада вагон. Че, вы там в первой двадцатке не видно, да? Скиньте в диск. Не, почему 14 место? Хуйня.
Чё с долгоногом, чё с этой хуйней одинаковый дамаг, ладно. Так я старый, я тебе же говорил, что там им абсолютно одинаковые циферки. Как подобает. На гранде, рядом с матерью. Только понимаешь, там ты пиздатый красивый. Я так помню, наш дендарки здание выбил, старика обогнал. Помните о чести. А, вы все получаете по тысяч, нихуя ужасно. Знаешь, чем фишка? Почему 26 мои стандартные не получились? Потому что ДПС повысился у рейда всего. Я на второй бурс даже не успел второй раз бурс. А я знаю. Да у меня точно такая же ситуация. Я один бурс успеваю. Тихо! Тухлого гниломорда еще убиваем. Нормально, кто-нибудь шифтаните ДПС, а не... Тут меньше 15 только у Малдезара и двух офспеков. Как это манекен? А как же Фарадей? 16. Ну я говорю, меньше 20 вообще. Меньше 20, туда много. Перечислять замучаюсь. Начиная с 9 позиции. Мяка, Никитос, Джоки, Фарада. Два лука. Каркадон еще раз называется. Рекаунт, либо скада. А, погоди, посмотри, у нас в Дискорде есть вкладка полезные аддоны, там в самом верху. ПГП вот пластик. Аддоне по умолчанию стоит и ПГП. Ну что там, вагончиков много? Меньше 20, да? Там много, много. С 9 позиции ниже. Половина ДД вагона. Я так не понял, почему Никитос уже пимир. Если я на 5 месте, уже все плохо, значит. За корабли я начинал, нет? Сейчас скажу. Да, было. Ладно. Вперед. Не, это я без шуток говорю, в смысле, серьезно. На том месте там провокатор? А где он вообще? Нет, не. Сидит без интернета он. Он не бил же провокатор. Точно. Да и лучше. А, ты что не собрал? Пытался уже трэш пошли чистить. Знаю, тут ошибку выдает этот она. Кому отдала ДК? Они похожи на неразу. А меньше ДК что? Иди на танк, ты ж хотел вместо топора. Так, блять, мне топор нужен. Так у этого скорость такая же. Он хуйня, блять, топор-то бьет бой. Там суть-то в уроне в минуту и вообще в уроне с руки. Но это чисто ДД прото. Ебашит 70 тысяч на арене. Какое чувство тебе говорит? Боешка. 200? Что танки, блядь, больше, нет, чем реально. 54-я штаны, ладно, все, мешать не буду, удачи, ушел. Спасибо за тест. Как бы еще двоих прошел бы, было бы заебись. Да? Пианиста лут забрал? Да. Старый вагон, иди дымаш. Тимыч, попозже. Чего мало? Вас убьем. Тем от сил природы поставьте. Вчера ты мне тренировал, бросай. Ну, боешка. На это не нужен потом. Это боешка, которая сфер? Обезьяне. Нет. Сфера, она не боешка. Сфера боешка. Сфера обезьяна. А персонал. Ну хуй знает, кто там продавал, ее продать нельзя. Боешка.
Точнее, не боешка. Боешка, боешка, точнее, не боешка. Ну да. Херц. Угу. Че гляну, мусор? Ты не боешь, наверное, я вам отвечаю. По-моему, боешка, да. Не-не-не, не боешь, точно, боешь. точно не боешка. Дай отпиться, ну подожди. Да, Мозер, одна пытка минус. Шемка одна минус. Ну чё, как меткости не собрал? Понятия не имею. Ну один метр не оба. Ну, именно из полов. Ну, слово с тьмы было до этого еще. Типа у тебя в среднем там, наверное, процента 2 из всего урона может теряться. Ну чё, Мозер, хочешь меньше меткости сделать, чем есть? Это понимаешь, что как я сейчас не докапом мастерства. Вот вроде бы, блядь, хватает 23, вроде. Промахи есть. Да. Знаешь, могу в плане крита сказать. Вот у меня. Лево снял. 0,1% не докап, иногда бывает 2 или 3 подряд. Жуна, не надо. Спикнешься в хила. И пончик по дамагу. Жужин, хватит тырить мои души. У тебя это твина, а у него нет, так что все. Блин, Артемия, давай по такой логике будем опять отдавать нет вина. А на успехе потом еще и так далее. Вообще так планировалось. Ты будешь ее зафармить до конца? Да я проверку. И типа у меня уже больше половины, а у него вообще нулевая. Можно потом поговорить? Вы на боссе присмотрите? Лапу дайте. Войните, Драгонс. Макбаф. Иду. Снять не могу. Куда у меня все время МКшка девается? Прям посреди боя, причем каждый раз. Как готов, скажешь. Готов. А, ну дайте кулак. Че, да я че. Кулак пал и резко, спасибо. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет Thank you.
жалить. Да все, не сбегайте. Их, блядь, только прок. Хлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Тимыч, ты не пинг, это сервак. А, это сегодня сервак так лагает? Угу. Ну они ж обнову запилили. Да нет лагов, не... интернет у вас лагает. Да, это не лаги, это микрофризы идут. Понимаешь, задержка у меня с пингом 160 нет микрофризов. Так, тебе поурели говорят, что не подлагивает, а ты говоришь, что не подлагивает. Считай, тебе повезло. Это странно. Скорее. Что, может, чуть нагрузка апнулась и не у всех интернет тянет. Вот. У вас и фризит. То есть у меня 160 кадров и задержка 100. А при чем тут Но FPS? У меня есть микрофриз. При чем тут FPS и интернет? Ну, ты сам начинаешь говорить про интернет, а у меня интернет нормальный. При чем тут FPS? От FPS от интернета не зависит. Да, я там не знаю. Да хуёво там ДПС-то на первом месте. Просто после этого босса, если хочешь, кровь забрать. Да, она пока не к спеху. Потом сделаю как-нибудь. А, погоди, он исследователь. Это хуёвый. А вот плюс-минус там с Вервулиумом одинаково. Чё, кто на бусе, ты или я? Воронки ты. В ГБ, это чьи-то. Да я чё-то. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Еру дать? Да, Змили, выйдите со слизняком.
Нахуй. Большой. Ебал под конец боя на 3 миллионов подвесов. Как он, блядь, соревноваться с кем-либо? Блядь, весь бой, блядь, нормально шел, нет, блядь, под 3 миллиона конец. Вот, смотри, тебе выпали твои перчатки, не? Артемий. Чё? Перчатки, смотри, не твои. Зачем мне перчатки на D5? Это не я, Фарада надо. Фарада? Забирай новый пух. Чё, всё? Да. А, уже начислил? В коридоре порт.